День спецназа в Сергиевом Посаде провели впервые. Организаторы, местное отделение боевого братства, постарались сделать праздник разноплановым. На территории городского парка «Скидские пруды» были развернуты сразу несколько интерактивных площадок. Но сначала мероприятие торжественно открыли. Многое есть праздников в нашем календаре, но есть такие, которые нельзя не отмечать. Нельзя не собираться вместе. Нельзя не вспоминать те события, в которых вы участвовали. Те, кто служил, служат в спецназе, это люди отважные, смелые, спортивные. Это люди, которые, как никто, знают, что значит плечо товарищества, что значит дружба. Показательные выступления профессионалов военного оркестра 21-й бригады оперативного назначения, а также спецназа «Факел» СИНы 33-го отряда Федеральной службы войск Нацгвардии разбавили воспитанники военно-патриотического клуба «Дружина» из Ивантеевки. Будущим коллегам помогали и ветераны спецназа, работали, так сказать, слаженным коллективом. День очень важный. Этот праздник мы начали отмечать совершенно недавно. Здесь собираются ветераны специальных подразделений и встречаются, общаются. Но мы его провели в рамках военно-спортивного праздника для детей. Чтобы дети, приобщались к подразделениям специального назначения, к их истории, навыкам, умениям и так далее. Ну, в общем-то, все это мы делаем ради детей. Знаковое событие для всех, кто когда-то служил во внутренних войсках России, кто сейчас служит в Росгвардии, потому что спецназ – это действительно те подразделения, которые идут впереди и которые выполняют те задачи, которые обычные подразделения выполнить не могут. Поэтому для всех это знаковое событие. Я с удовольствием поздравляю ребят с этим праздником. Затем в парке состоялась эстафета, в которой приняли участие 4 команды школьников. Одна из Ивантеевки, команда военно-патриотического клуба «Дружина», и 3 сергиево-посадские кадеты, предстоящие 18-ю школу «Сыны Отечества», юные карбышевцы из 16-й школы и команда юнормейцев «Спектр» из 5-й гимназии. Ребятам необходимо было преодолеть полосу препятствий. Пока одна пара команд соревновалась, вторая проходила мастер-класс от профессионалов. Затем участники менялись. Параллельно с эстафетой были развернуты выставки спецвооружений, средств защиты и активной обороны. Из охлащенного оружия можно было пострелять. Предложенной возможностью воспользовалась даже заместитель главы районной администрации Ольга Дударева. А уж от мальчишек всех возрастов отбоя не было и вовсе. Давай, вперед. Так, давай, отпускай. Готов? Огонь! Выстрел! В завершении наградили победителей и призеров соревнований. Первое место в военно-спортивном празднике службы Отечеству и спецназу заняла команда юнармейцев 16-й школы. Татьяна Трушкина, Елена Георгиева, Кирилл Григорьев. День города.